оденем. Раз ты не разрешаешь. На тройке они ломают. Нет, я думаю, что не так.
не ошибать.
вопросов нет. Тогда помещаться. Счет.
Ботану, нет, ботану. По правилам ботану. Я качал вот так. Теперь еще раз, по правилам, по правилам. Если присутствует крикнул аут, ему, мне, кому угодно. Понимаешь, лучше? Кому угодно, крикнул, да? Ты же хватаешь, все, закончил. Он не кричал аут. Вот до этого крикнул мне замах, а потом уже, когда меня через метр улетел, крикнул аут. Не, просто понимаешь, как он? Просто после, после этого, если я попал, я бы тебе не надо тебя сейчас зачистить. Хорошо. Ну чё, же? Хорошо. Выиграл? Молодец. Серега наконец-то, конец. Стал играть. Тут? Да, здравствуйте, наш совет есть самый тих. А чего он сказал? Так а у вас же эти тут видеокамеры. Можно взять и посмотреть. Что это считается? Он считает, что правильно, значит. Видеокамера попала в ногу, знаешь, попал, сел землю и бил. Ну, метр, два метра вал. Он сидят, предлагает показать отпечаток. Бред какой. У вас на видеокамеру все снимается, можно взять, отмотать и посмотреть. Да, давай что. Нет, ну, как бы... Они сказали, отскок, просто такая, мяч летел и вал. Сейчас, я уже понял, что это просто как, говорите, аут, показывайте отпечаток, вот и все. Покажи, вот, если он есть, значит аут. Если он нет, попал, значит... Им в землю. Нет, я понял. Либо, если он нет, значит надо. Дальше, Жень.
Переиграли, тем более на 9-4.
Киргиуса, Киргиуса своего. Не мешал убрать его. Потяжелел. Конечно, Киргиус. Вот с этим вот Алчев, вот это разговоров уже спокойно еще и Ильей Тимофеевым там. Такой. Да, конечно. Правило, что с тобой мяч не дать.